Гейм, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кирилл Геймер, Гусанёк, Крошка-Крошка, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет, я Брейк Лобаю. Если спеть, кушайте, приятного аппетита, а у нас обзор крутых модов Гаррис Мод. Погнали. В этой серии вам понравился робот большой, в этой серии тоже будет, смотрите, как он крутой. Ну, не такой гигантский, но очень круто управляется. Я подлобался немножко управлять ими. Смотрите теперь, что я могу делать. И... Опа! Нормально, пацаны? Да. Пойдет четко. Сейчас попробую, пацаны, двойную сальтуху сделать. Ой, чуть по носу не дал. И еще. Вот это его глючит. Я сальто делаю. А это что я делаю? Голову чешешь ногой. Да, это новая чесалка. Смотрите. Вот это жесть. Что-то, пацаны, колесо отвалилось тут. Но это мы починим, это еще бета-версия только. Заклеим. Это просто гигантский, здоровенный, крутой корабль. Ого. Это я что, стреляю? Ну да. Не, ребят, он не управляется. А здесь что наверху? Вот это тут миллион всяких деталей сделано. Его колбасит. Так, пацаны, смотрите, ставлю бомбу под низ. А ну взрывайте ее. Ой. О, вот это красиво! Ой-ой-ой, давайте вот со стороны. Все разрушилось. Тут город. Смотрите, сколько от него запчастей. Тут сколько кораблей было на нем, нифига себе. О, ребята, эта постройка у нас с игры Кальмара. Давайте, угадывайте. Давай, я пройду. Давай, Гусенек, иди ты, да, а я буду за тобой идти. Так. Отлично. Пойдет. А ты знаешь, да, куда прыгать? Поэтому... А, давай тогда. Ой, стоп. Я просто... Не, не, это случайно. Так, сюда. Вот. Сюда. А, ё-моё, блин. Прикольно. Кстати, она физически, смотрите, она вроде прозрачна, но при этом можно пулей стрельнуть. Это очень круто сделано. Так, давайте все-таки попробуем пройти. Так. Да ёголе манекало! Гусяк, ты уже прошел, да? Да. Такой. Домик, нифига себе. Да, дебелая штуковина такая. Ого, здесь мегакомпьютер. Это что, ты биткоины тут добиваешь или что? Это майнинг ферма, ребят. Неплохо. Напишите в комментариях, хотели бы вы такой дом или нет. Я бы хотел. Окна еще такие прикольные. Как клеенка, что ли, сделана. Похоже на клеенку. Может, это она и есть. Думаешь? Наверное. А внизу что тут? А экраны такие, а кнопки. Открывается, все закрывается. Ай! Да нормально все, ну. Ух ты. Все, майнинг ферма, короче, нормально у тебя работает. Ребята, смотрите, что у нас еще есть крутое. Ну что, пацаны, будем запускать ракету или нет? Да, давай, готовы? Да. Так, погнали. Полетела ракета. Давайте посмотрим, куда она полетит. Так. Откидываются ускорители. В воздухе разлетается. Пролетело 100 метров, уже все откинуло. И это будет удар. Что за бред? А что она как ракетка летит? А если я ее переверну, она еще полетит вверх? О, полетела. О, домик Гаррис Мод. Гусенька заметил, постройки нравятся домики всякие. Туалеты, джайлы. Это магазинчик, да, я так понял? Это магазинчик Гаррис Мода. Прикольно, а что тебе тут масло продается? А, молоко, наверное. Когда ты нас сюда пустил, мы тут тебе сейчас все разрушим. Давайте, пацаны. Клацайте все подряд, ломайте все. Не смейте. Давай, давай, ломай. У, пацаны, я вам сейчас сюрприз сделал, смотрите. О, это уже какой-то у нас ПВО идет. Кто, ребята, сядет такие, за руль? Такие постройки я очень люблю. Давай я сяду. Есть, я сел. Только я управлять же не могу. Обычно управляет тот, кто ее поставил. Ого. Ты запустил что-то? Да будет его ракета. А ну еще давай, еще там несколько. Ого, что это с ней? О, полетела. Она мощно взрывается или слабенько? Так, ну, так, так, достаточно. Я вижу, летит. Сейчас посмотрим, она ударится об землю. Нифига себе, она далеко улетела. Ну?
А, ну нормально так. Так, ребята, сейчас мы сделаем что-то интересное. Так. Да ё-моё, она улетает сама! Ёкалы! Да блин, не хочет ставиться туда ракета! А чё она не ставится? Давайте я её физганом аккуратно положу. Есть. Ну-ка. Давай. Она выпала, она выпала. Ребята, ну бракованная какая-то кабака. Ого, что тут светится там? Как бы взрыв. Все, ребята, ПВО просрало. Моя машина. Ну все, мы тебе после записи вернем. О, еще у нас, ребята, одно военное орудие. Так. О, полетело. Насколько я знаю, можно опускать и поднимать. Попробуй нумпадом нажать там вниз или вверх. Оно должно ниже вроде целиться. Во, еще. О. Ого, звук такой прикольный. Только это ты под себя будешь стрелять. Ну, ладно, стреляй. Она поломалась. Ну все, нажимай стрелять. Да блин. Ребята, ну сразу видно, нам дали пушку. Видите, что мы делаем? Нам военную технику не давать. Просто все портим. Машину разломали. Пушку разломали. Все уничтожили. Да мы мои разломали. Ребята, какие-то неадекваты вы. Ну что, пацаны, полетели? Полетели. Так, давай. А ну садись, я буду управлять со стороны. Ой. Все, ой. Гусанек, давай, лети. Не работает управление. Ой. Полетел. Гусанек, ты очень хорошо управляешь. Давай. Да ну блин, это осторожно. Это очень дорогой летательный аппарат. Гусанек, что ты делаешь? Катаюсь. Это какое-то новое катание у тебя. Кстати, ты очень хорошо летаешь. Вот видишь, даже танцует. Все, отлично. Ребята, сейчас будет очень классная постройка, потому что это катапульта. Давайте попробуем человека запустить, а потом что-то потяжелее. Так, надо. Вы вдвоем хотите сразу? Да нет, так, ты тогда надо... не вылетишь. Давай так вставай просто. Ой, блин, я не то нажал, извини, извини. Так, давай, встал. Угу. Так, ребята, запускаем. Ну, я вылетел. Так, давайте вот. Что-то туда положим. Я уже сел. А, ну давай, давай, запускаю. Уи! Прикольно, кстати, далеко? Ну да, далеко. Нормально запускает. Надо так, потяжелее что-то. Давайте туда что-то реально положим. А что можно туда положить? Ребята, запускаем полицейскую тачку. Уи! Нифига себе на ее запустила! А, чуметь, вы тоже догадались, что я сейчас туда положу? Маленькую есть. Давай, вот. Ребята, маленькая бомба. О, красиво запустила, кстати, на удивление. И взорвется. Воу. Ого. И все, не сломало. Хорошая была катапульта, мне кажется, с ней можно было бы еще очень много приколов позаписывать. Это моя машина, я еду. Давай, покажи вещи. О, ты в стенку можешь въехать, рулевать можешь на ней? Она должна, по идее, распадаться, врежься в стенку вон. Краш-тест, погнали. Давай. Сейчас, ребята, посмотрим, насколько это прочная машина. Так, давайте будем его тут сразу ждать. Разгоняйся сильней. Она очень, конечно, быстрая. Не, кстати, на удивление она прочная. Ну видишь, я же специально ее... У тебя батарея, это ж Тесла, да, была? У тебя батарея выпала. Что это сейчас было назад, а назад залезла? Что это за бред, ребят? Он какой-то предмет за ним телепортируется. Что это за машина, трансформер? Сама разломалась, сама склалась. Не, кстати, у тебя немножко там бок уже потараненный. Давай еще в стенку. О. Туем сейчас надо это... Давай, ой. Давай. Посмотрим сейчас еще раз. Сейчас, чтобы долго не было. Ты потанцуешь на крыше, она будет быстрее ехать. Да. Ее проще было бы скинуть, наверное, с высока и посмотри, как ее расплющит. Ну, давай. Это очень прикольная машина тем, что она сама слаживается. Сама разломалась, сама сложилась. Короче, все, это моя разработка, которая не ломается никак. Ребята, я ее скидываю с высока. Ждем ее. Вообще пофиг. Летит, летит. Бум. Я же говорю, это моя разработка, она не ломается. Да? А давай мы кое-что другое проверим. Ну-ка, пацаны. Нет, ой. Да что за бред? Она назад сложилась, а! Все, давай, я уезжаю. Что?
Нифига себе, ребята. Реально очень классная машина тем, что сама собирается. Да успокойтесь, где я? О, надо, чтобы один взял. Я взял за одну часть машины физганом, а ты за другую. Давай, бери. Ладно. Бери за передок. Тянем, пацаны, в разные стороны. Рвите ее. Рвите. Смотрите. А теперь бросайте все одновременно. Давайте, бросай. Что за бред? Что за машина? О, стой, не едь, не едь никуда. Стой, я хочу последний тест сделать. Че, нормально? Да что? Ты офигел? Ребята, последний тест, знаете, что мы сейчас сделаем? Вот реально интересно, что с ней будет, если ядерная бомба взорвать? Представьте, назад сложится. Напишите в комментариях, сложится назад машина или нет. Давайте прям вот машину... Во! Прям под машину. О, сломалась! Да, кстати, вот против ядерного взрыва она немножко неустойчива. Ну, красиво разлетелась она. Представьте, сейчас бах и собралась назад. Я бы офигел бы. Ребята, у нас есть постройка, называется зомби-шмякатель. Ха-ха, прикольно, кстати. А зомби сами ставятся? Я. А ну, поставьте туда что-то другое. Что туда можно поставить? О. Она удалилась или прихлопнулась? Я таки не понял. Ой. Удалили. О, арбузы классно щелкать. Что еще можно? О, а ну ровненько поставь ее, чтобы она не выскочила. Так. Было бы классно, если бы она была тяжелее. Ого, это что ты сделал? Я и думаю, да как? Так, ребята, и сейчас мы проверим, можно ли раздавить несколько ядерных бомбочек. Отходите все. Не хочет. А вот. Если понравилась эта серия, эти крутые постройки, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Надо улетать подальше, все будет мега взрыв. Все.